Привет всем, вы на канале Panda Play. меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем с тобой играть в Toilet Manager Simulator. Я не знаю, почему я решил его проходить, а, но, видимо, что-то на меня нашло, эдакое такое, что... А, что... <coughs> заставило меня начать ее проходить. Я, видимо... Видимо, видимо... Видимо, невидимо, что-то мне в ней понравилось. Возможно, наличие в ней какой-то конечной цели что ли или как-то так то есть трейдер э, был для меня абсолютно неинтересен ввиду отсутствия конечной цели здесь э, есть задача здесь нужно собрать танцовщиц собрать валера с, э, валерона нашего и отправиться в отпуск Который продлится, по-моему, как мне написали, что-то около какого-то там часа, что ли, или что-то около того. Но! Это, конечная цель, всякая. И это очень в Так, мне сказали еще, кстати, что три раза засирает столчок, и все, и пиздец. И нужен тогда будет вантус. То есть, ершиком после какого-то раза протирается, потом еще что-то делается, потом еще что-то делается. Вот, короче. А, женщина, здравствуйте. А Вообще, что-то как чумаза что это. Руки димой, давай. Итак. Что я хотел сказать? А, а я хотел сказать следующее. Мы с тобой попробуем его пройти. Серии 3-то точно выйдет, а там как пойдет. То есть если мы будем топтаться на месте, естественно, мы забросим это дело ввиду неактуаль... ну, нелогичности, не то что неактуальности. Да не неактуально это тоже. Игрушка, она вышла уже давным-давным-давно. А... Да, хорошо, я понял. Духи в комнате нужно распылять. Спасибо за совет. А, но... Это что такое? Но пусть она вышла давно, но она интересна, и вы вроде ее как бы смотрите, и вам она вроде как нравится. <coughs> Многие написали мне... Я выпустил один видос с Bakery Shop Simulator, и мне написали люди, что, мол, она нам нравится, проходи. Ребят, честное слово, не в обиду. Ой. Уходи. Я здесь вообще стою, теть. Я здесь вообще-то занят. Так-то. А, ты типа уже сходила, что ли, или что? Вот. Мне написали: проходи. Ребят, не в обиду. Она мне не понравилась абсолютно. Эта игрушка, она. Максимально недоделанная, она максимально неиграбельная, в ней вообще нет никакого контента. И стоит она 300 рублей. Вы, вы то ли не понимаете, то ли, мне кажется, просто разработчик что-то не понимает. Мне кажется, он просто решил всех наебсти и продать то, что, в принципе, не стоит таких денег. Ты понимаешь, тратить на игру. 300 рублей. Ну, я потратил эту игру, конечно, 300 рублей, но она вообще никакущая. Она вообще никакущая, там делать даже нечего. Там просто нужно печь хлеб. Блять, печь хлеб. Я 20 минут проиграл, мне просто вообще ни в какую не понравилось это. Можно, конечно, ее выкладывать, типа притворяться, что она мне нравится, но я это делать как не очень сильно хочу. Не, может быть, конечно, сейчас разработчик там что-то поделает, подпилит и что-то выпустит интересное, и добавит туда что-то интересное. Тогда, возможно, мы сыграем. Но, как бы, пока что ловить в ней я не вижу смысла ничего. Поэтому пока что не будет выходить никаких про прохождений, бейкеры, и шоп-симулятора, тем более, что там уж конечной цели вообще не наблюдается. Там конечная цель, просто, не знаю, конечная цель это у разработчика есть конечная цель, наебать нас на денежку и получить как можно больший профит с нас, с наших с тобой, э -э как ее называют, блядь, карманов. Я, кстати, понял сейчас, что у меня отсутствует кошелек с телефоном, да, телефон тоже отсутствует, да, я не взял его рядом с кроватью. Это основная проблема. Почему он не может себе в кармане на них сувать, эти кошельки? Кошелек хотя бы засунь в карман. Что прав, в чем проблема-то? <св> ну, видимо, для нашего главного героя это проблема. Ах, ладно, сейчас разберемся. С туалетным менеджером. Я как уже сказал, мы пока что попробуем играться в него. Пока что в нем проблемы я никакой не вижу. То есть, это интересная игрушка, она. Не то, что интересная, она такая, она играбельная. Она вполне играбельная, они, они есть отзывы, они не, не такие уж плохие. Контента здесь хер да ни хера, часов на 5 на 6. То есть это серии 6. А, даже если будут серии по 4, по, 4, по 40 минут, а, нас это не остановит. И думаю, что выходить будут они по 40 минут каждый день, на недельку нам хватит с тобой этой игрушки. А, дальше уж... У -у -у. Дальше мы с тобой посмотрим, во что можно будет поиграть. King of Retail я посмотрел пока что, пока что нет. Пока что я не хочу ее всовывать в, свой, э, в свое расписание, но она не подходит особо мне сейчас вообще никак. Ни по времени, ни по интересам. То есть я думал воксель проходить, начать. Воксель можно начать проходить. Так, а что это? Мне нужна отвертка. А, то есть... Отключить он может без отвертки, а включить он должен именно с отверткой. Но, ну, блядь, конечно, здорово, но не здорово. Так, а что ко мне заходили вроде люди какие-то? А они что, нет, это самое, не пошли в туалет или они пошли и не вышли? Эй, Ой, опять не смыл кто-то. Написали, что э, дорогой толчок, который там за 200, по-моему, он не требует смывания. Но мне кажется, 200 долларов, 200 евриков они как-то существенны в этой игре, и, естественно, тратить просто так... А, на как... а вот. Чё, каждый раз мне проходить эту сраную игру, что ли? А я уже за забыл, как в нее играть-то. Дружище, я забыл, как играть в эту игру. Мне кажется, легче заплатить за это или... Электр... Да, легче заплатить будет за это электричество. Ну давай еще раз, еще разочек попробуем. Я нажал. Ничего не знаю. Я нажал на прыжок, а он решил не прыгать. Пошел в жопу. Я лучше заплачу за электричество и не буду париться. Если, конечно, он не будет с меня требовать хер знает сколько денег, и все будет в рамках разумного. Так, а зачем я окно открыл? Теперь у меня что-нибудь своруют, еще что-нибудь я нет самое. А что комфорт? Комфорт минус один, что из-за чего? А, поднасрал здесь кто-то, вот оно что. Но давай возьмем швабру и помоем полы. Это же сделка завершена. Это по рекламе, я так понимаю, да? Сделка завершена. Но это очень здорово. Я начал игру с надписью 5 плюс 5 евриков за рекламу. Меня эта надпись порадовала, соответственно, потому что не захер просто получить денежку. Это приятно. Давай посмотрим, что у нас в телефоне. Счет фактуры нет счетов электричества, нет счетов заводу Пока что нет, следовательно, мы... Блин, я вот не знаю, что лучше-то сейчас прям сразу прикупить, вызвать девочку себе на эту, на праздник, или же... Да ну-ка, 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 войти как... Мышка-то где? Вызвать девочку или купить унитаз еще один, чтобы к нам приходило больше народу? Я так понимаю, если мы купим еще один унитаз, то к нам будет приходить по три человека, и, естественно, будет заработок гораздо выше. Но нам нужно купить унитаз, раковину и, собственно говоря, дверь. Это получится, наверное, как раз-таки и выйдет в 60, долл... 60 евриков, которые у нас есть, да? 20, это что, сколько стоит? 80 премиум-класса, комфорт выше, но... А что мне от этого комфорта? Больше людей ходить начнет? Так, 20, 25, 25, раковина, что тут? Это модерн, нет, 25, 55, и дверь сколько стоит? 75, короче, мне нужно, да? 75 в любом случае нужно. Так что мне даже пока еще не хватает на унитаз. Ой, ну на, ну, на еще одну кабинку не хватает. Да, выйди. Короче... Грустно это все. Ну, давай попробуем вызвать танцовщицу, подружку себе, чтобы посмотреть, что она вообще может, что она вообще делает. Или нет, или рано. Я так понимаю, нужно ложиться спать, чтобы ночь пропускать, ввиду того, что здесь ночью никто не ходит. И попросту нет смысла находиться на улице, находиться прям так сказать в игре, чтобы что-то дожидаться. То есть здесь нужно просто, наверное, пересыпать ночь спокойно себе и потом уже возвращаться обратно в туалет и собственно говоря все давай ложимся спать да я хочу поспать очень хочу поспать давай быстрее спи у тебя есть подушка молодой человек почему вы спите без подушки наверное у него болит шея и затекают ноги поэтому лежит дальше поспал уже нет конечно так мы уже растем в во всех планах, потому что мы, потому что я, потому что я уже... Ср... Так, мыться нужно. Взял сразу же телефон с, как ее называют, с бумажником. Это для дам, которые хотят посмотреть на мужское голое тело. Ну, почти мужское голое тело. Тут обнажен как таковой нет, здесь просто торс. Немного пластилиновый, но... Все для вас, дорогие дамы. А, возможно, даже некоторые господа хреново знает. мало ли кому нравится. Восхищаются эстетикой. М -м -м. Так, ну посетителей пока что нет. Следовательно, нам здесь ловить-то. Тай... А погоди-ка. А плиточкой, можешь какой обложить, нет? Да нет, какой смысл от плитки? От плитки плитка прибавляет лишь комфорта. Ходить ко мне как ходили, так и будут ходить. А вот кабинку, вот еще одну при сандали, это было бы здорово. Но мне не хватает целых 14 евро, поэтому... Поэтому это еще целых три посетителя. А значит, не совсем скоро. Ну где люди-то? Вы что, срать не хотите? В конце концов, давайте идите быстрее ко мне. Что я должен вас ждать-то здесь? Ну, мужик, Иди, иди в то. Молодец, молодец. Давай, 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 шлепай, шлепай, прям прямой наводочкой. Молодец, давай. Топ, 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 топ. Очень ты медленно перемещаешься. Почему здесь нет кнопочки ускорения времени? Я, Я люблю игры, в которых есть кнопка. Вот, смотри. Вот девчонка, она реально хочет. Ей, по-моему, приспичило. Очень хорошо приспичило. И она побежала просто. Бежит, 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 бежит. Вообще деньги должны отдавать до того, как посетят мое заведение. Потому что как-то будет непри неприлично, если он сходит в туалет, засрет, не смоет и еще обгадит полы, а потом не даст денег. Ты понимаешь, ты представляешь лицо бабушки, которая работает в общественном туалете, собирает по за каждое посещение. Когда ей просто скажут: блядь, бабуль, я тебе заплачу после того, как непосредственно схожу в этот туалет. Она скажет: что, сынок, ты ебанулся? Не, ну сынок, ты серьезно, ты башкой своей думай? Я вообще-то здесь сижу не просто так. Ты меня что, обмануть решил? Меня не такие, это, я не такие эти а аферы проворачивал. Сейчас приходит больше людей, если распылять духи в комнате. Я ей так уже распылял, что тебе нужно-то? Куда еще-то надо распылять? А, здесь вот смрад. Самарат прям, вот прям, ух, ёб твою мать, ты еще и не смыл. Вот. Ты представь лицо бабульки, которая там сидит, червонцы собирает. Тут она у метро сидит. блять, серьезно, что ли? Я проебал целую, целых полбаллона и не закончил распылять. Тетенька, тетенька, скорее иди. Ой, наверняка тут тоже не, под... Нет, это, не смыто. Так, так, так. Ладно, на... Чего здесь произошло? Почему минус один комфорт? М? Почему минус один комфорт? Непонятно, непонятно. А держатель для туалетной бумаги, собственно говоря, не так уж и важен. Вот это явно приспичил, но она видать на лужайке решила пристроиться. Нахер ли, блядь? здесь деньги платить приходится, а там, а там можно и не платить. Там на лужайке сел, присел потихонечку, пристроился к деревцу и и все. Как отложил отложил, пошел дальше по своим делам. Так, теть, ты смыла, нет? Ёб твою мать. Так, я наушники что местами перепутал. звук в той стороне? Мой то на руки вот в этой стороне. Может быть, там еще один посетитель? Нет. А, -а, -а, а, вот он, он, комфорт минус один. Давай, 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 давай. Молодец, 76 бачей у нас. Не батчей, а евриков. Аж целых 76. Мы можем, кстати, пойти и докупить уже еще одну кабину. И в этой серии, наверное, смочь, смочь возможно, получить возможность присобачить еще одну кабину. То есть четыре кабинки. Если мы расширимся до четырех кабинок в этой серии, я думаю, это будет прорыв в туалетной индустрии. И, естественно, в следующей серии мы сможем заказать аж двух танцовщиц наверняка, потому что, ну, почему бы нет. Что здесь еще есть такое интересное? Тетя, ты хочешь раковину купить? Роскошь, роскошь. Умывальник из керамики премиум класса, деревянная тумба, блядь. Где здесь деревянная тумба? Че, дурак, что ли, совсем? Ты не различаешь дерево и пластик? Я вот различаю и вижу, что здесь О, бесплатно. Комфорт 2, комфорт 1. Слева направо обои на стену, каменная облицовка, стена из бамбука, коричневый мрамор. Каменная облицовка, это наверняка снаружи можно что-ли сделать, или что? Или что? Или ничего? Или непонятно что? Да, наверное, облицовка. Сайдинг. Сайдинг снаружи покрывается. Ну да. Тетя, ты херли за мной вертишься. Ты что, заняться больше нечем? Там он еще посетитель был. <двиг 53> mm -hmm. Что тебя пишут? -то? Ты не думай, я не на сиськи смотрю. Я тут смотрю, на что у него там написано на этих... А, на кнопочках. Ничего интересного, ладно. Погнали. Погнали, купим унитаз. Угу. Отправить в туалет. Теперь покупаем э, дверь. Дверь обязательно нужна, потому что ну, если без двери будешь срать то к тебе зайдет наверняка кто-нибудь и скажет, а что ты тут делаешь? А ты скажешь: блядь, ты что не видишь? Ты дурак? Так, супер люкс, супер роскошная дверь с цифровым экраном металлическая. А где она есть? Вот это? Нет, явно не это. А где она? Цифровая дверь то вот эта вот. Которую нам обещают здесь за, без... за баснословные деньжище. Обманывают, обманывают ироды. Так, классика керамика. Ну, видать, это самая сраная раковина, которая здесь имеется. Поэтому купим именно ее. Тридцаточку с нас просят. И, естественно, один доллар на держатель с телефоном. Куда ж без него? Так, так. И это все дело отправляем в туалет. Это отправляем в туалет. И это отправляем в туалет. Еще один день прошел незаметно. Ты представляешь, мы просто-напросто с тобой не замечаем, как летит время. Да, видать, вот это вот все дело облицовывается, вот облицовывается, и теперь можно... Ого, 5 евриков положили. Купим вот сюда вот унитаз, точнее, поставим сюда унитаз, и, естественно, поставим туда же дверь. А раковина где? Я раковину что-то, по-моему, просрал, нет? А, вот она. А, Что-то я хотел сказать. Что-то я, я даже говорил. А что говорил? Слушай, я забыл, что я говорил. Ну, всякое бывает, ладно, говорил и говорил. А что, комфорт не прибавился из-за того, что я положил туда туалет, эту, как ее, держатель с, с полочкой для телефона? Какая-то несправедливость. Ладненько, погнали спать. Целый день прошел, и слава богу, как говорится. Солдат спит, служба идет. Дожидаемся следующего дня. А сколько времени-то получается? Что там по времени-то? 22-23. Ох, время летит, время летит. Но я думаю, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, мы с тобой пройдем эту игрушку быстро. Хотя бы потому, что стратегия намечена. Один человек написал, что у него максимальный доход был в день 96 евро, если память не изменяет. Или около того. Чет порядка 90 с чем-то евро. И если у нас с тобой будет доход 96 евро в день, то мы сможем э достаточно быстро все дело купить, вызвать всех танцовщиц, которых необходимо вызвать, выстроить с ними отношения. Какие только можно выстроить. И, естественно. Дверь надо закрыть, а то обворует еще. И, естественно,. Все у нас пойдет как надо. Просто если мы будем сейчас пытаться накопить на танцовщице с одной вот этой кабинкой, с двумя кабинками, с тремя кабинками, то это не здорово. Нам нужно по, -по, -по максимуму улучшить э -э наш, наши кабинки, наши вот эти вот, м -м, как называется, апартаменты. И тогда... Так, кирпичами можно обложить вот эту хуйту всю. Да? Да. Слушай-ка. Кирпичами выглядит гораздо приятнее, чем э, не кирпичами. Mm. Кирпичами выглядит гораздо приятнее. Вот. Апартаменты наши будут выглядеть гораздо более привлекательно, и, соответственно, сюда будут ходить гораздо больше народа. Не смыл, насрал на дорогу. Твою мать, что за бескультурье? Мы где находимся? Мы как вот из деревни. Ой, ёпта. Кал зе Плюмбера. а Чё плюмбер? Чё за плюмбер? вызвать Плюмбера? Ну, давай вызовем Плюмбера. А у меня деньги-то есть для Плюмбера? Привет, менеджер. Читай. Заработок 5 евро в день. Да, конечно, согласен. У вас есть щит. Счет... Ебать, колотить. 20 долларов за все это. Евро, точнее. Не, у меня столько денег нет. Сантехник нужно нанять. Нанять. Заплатить. Все? Вот. Налог, транспорт и еда по, дол... по, по евро. Блин, доллары почему-то говорю постоянно. Не знаю. И 5 евро просто с нас вот на ровном месте, представляешь? Так, а где Плюмберт этот? Я ему деньги заплатил, а где он едет? Вот он. Ебать, смотри какой. Заскринь его. Или вот сюда. Ух, ебать, ебать, опасный малый. Вот так вот, вообще. Вот так вот, оп, вот так вообще отлично будет. Ну, женщина, ну не ходи здесь. Я вообще-то здесь пытаюсь превьюшку сделать. А ты мне ходишь? М -м -м, мозга канифолишь. А может быть, я мог все сделать сам? М -м -м, наверное, нет. Я думаю, что Плюмбер знает свое дело, и он сделает все гораздо лучше, чем мы. Ну-ка, и что ты сделаешь? Ух, ёб твою мать. Полиция рядом, будьте осторожны. А что делать, что делать, полиция рядом, будьте осторожны? А что у меня же все хорошо? Эй! Опа. Пять евриков полиция рядом, а я же все сделал, у меня все хорошо, я не думаю, что у меня какая-то проблема-то. Не? Мне нужен гаечный ключ. Че будь осторожны. Отвертка нужна. Да я все сделал. Зачем ты мне пишешь про этих полицейских, если у меня все хорошо? Если эти полицейские у меня ничего не найти не могут. Все, Плюмер, давай, счастливо. Что у нас тут Поднасрали под опять, я не убрался. Угу, угу, угу. Так, а что это такое? Два раза в одном месте, что ли, насрали? А я сразу не смог убрать. Ну и дела, ну и дела. Так. Опять не смыли. Я говорю, здесь быдло какое-то живет. Район какой-то быдлянский. И смывать не умеют, и танцовщиц можно вызывать. И, в принципе, вообще вот все не очень радужно в этом районе. Бомжи вон мне помогают. Прям какая-то история такая, знаешь, очень а, ироничная. <сососпитут> так, а что за комфорт? Ты, что ли, насрал здесь еще? Черт, откуда здесь грязь-то появляется? Здесь не было никого. Уйди! Капец просто! Что за жизнь? Что происходит? Почему здесь срут на дорогу? Я вот, вот ума не приложу. Неужели сложно дойти? Вы, вы же и так в туалет пришли. Зачем ты еще ты идешь срать на дорогу? Прям на кафель, на чистый кафель. Я только его помыл. Ты у меня прям туда сразу и поднасрал. Вообще неуважение какое-то. Прям откровенное неуважение. Здесь вы можете окей. Это я понял, что я могу здесь окей. Могу здесь присесть и посидеть. Я не могу даже сидеть здесь посидеть. Могу вот так сесть. Встал, Блин, круто. Слушай, могу через стенку садиться и вот так вот вставать, круто, круто, прям круто, реально. как круто. Давай быстрее, не занимай очередь, мужик. Опа, один вышел, пошел руки помоет сейчас. Ру лучше бы ты смывал за собой, так как ты руки мы мыть пошел. С таким же позитивом, идиотик, блядь. Ну, серьезно, мозгов сколько надо иметь, чтобы не уметь смывать за собой? Ты, пошел ты, ты смог дойти до туалета, до общественного. Ты не смог дойти до квартиры, смог дойти до общественного туалета, догадаться. Отдать за это 5 евро, которые ты кровно заработал. И не смочь смыть. То есть я здесь за 5 евро что, смою, что ли? Мне что, заняться больше нечем? Я что здесь, блядь, нанимался, что ли? В конце концов. Ребята, ты там смыл, нет? Идиот. Нет, не смыл. Куда ж тебе до смывания это? О, смотри, клиентуры это сколько поперло. Два толчка гораздо более прибыльная тема, чем один. В эту вот э, женщины что-то сегодня вообще не ходят. В чем проблема? Может, дефицит какой то женского пола в, этой, э, в этом районе? Вот ты что, жопа отклянчила? Иди в туалет в мой. Иди, 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 вон туда, иди. Вон. Ой, опять начинается, ну. Что-то я глаза, что ли, ее увидел там? Погоди. Женщина, у нас очень красивые глаза. Просто охрененные глаза, смотри. Что за, за хрень, блядь? Почему я вижу ее глазные яблоки изнутри? Это, мне кажется, не очень правильно. А может быть и правильно, хрен его знает. Может, здесь такие порядки. Так, город здесь заканчивается, я понял. Здесь больше ловить нечего. Ну, ладненько. Дело не наше. Так, я так понимаю, можно идти спокойно спать. Да? Эти товарищи дойдут до туалета? По-моему, да. Наверное, дойдут. А я, кстати, до сих пор не заплатил. Я, кстати, до сих пор не заплатил. О, я не заплатил за электричество с водой 20 евро. Ёб твою мать, 20 евро. Ты представляешь, 20 евро за воду и, 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 эту, за воду и электричество. 20 евро на рубли, сколько получается? Да дохера, полторы тысячи рублей. Ну, сколько там? 80-90 евро. Сколько там? 20 на 90. 1800. пара папам. 1800 рублей. Просто вынь да положь. Ну, доход с рекламы 5, комфорт минус. Нужно жрать, нужно мыться. Euh... Все, помылись. Пойдем пожрем. Ну, как пожрем? Выпьем газировочки. На день должно хватить. Так, так, так. А в морозилке что-нибудь есть? Не, в морозилке ничего нет. О, кофемашина. Она работает? Не, ни хера не работает. А на хера она тут стоит? Такая. Такой аксессуар бесполезный. Просто он типа, знаешь, чтобы показать э, вид... Я могу, конечно, сейчас заплатить за электричество, но за электричество сейчас платить смысла нет. Хотя, может, меня его отключат вообще хреном собачьим, если я его не оплачу. Это будет не очень приятно. Я думаю, к нам не смогут не, не будут к них ходить посетители, если мы не оплатим электричество. Как ты считаешь? Со звуком здесь что-то очень плохо. Мне кажется, Блядь, почему? Да нет, я правильно воткнул наушники. Почему он а -а -а, перепутывает стороны постоянно, я не понимаю. Видать, здесь какая-то проблема с э, в, пространственным звуком. Так, что там по туалетке-то? Вы хоть туалеткой пользоваться умеете, хорошо, хоть жопу вам вытирать не нужно уже, спасибо. Но поставьте, ёб твою мать. Вот. Давай, иди сюда, мужик, скорее, иди, иди, иди. Денег нет, вообще просто по зарез нужны финансы. И, скорее всего, Скорее всего, нам нужна отвертка и, ой, и пойдем и сейчас с тобой, знаешь, куда проходить эту игру. Потому что, блядь, ну платить по 10 евро просто так на ровном месте, я что-то, нет, не горю желанием. А, бомж предотвращает появление, так сказать, внезапное полицейских. Следовательно, мы с тобой а, сможем да еб твою мать. Главное пройти игру. Сможем избежать попадоса попад вот этого Главное, чтобы не спалиться и не платить штраф. А то, блин, штраф сейчас скажут, плати и все. И как хочешь, так потом выкручивайся. Да ⁇ еб твою мать, я ж прыгнул раньше гораздо, чем он прыгает. Хотя 86 тысяч киловатт. Да конечно, блядь, тебя даже не 10 евро надо брать, а гораздо больше. Ты как хорошее предприятие такое потребляешь-то. Так. Как будто не общественный туалет у тебя не знаю, какое-то заведение с холодильниками, с кучей рефрижераторов, с кучей там отопительных приборов. Ёб твою мать! Ну ты серьезно, что ли? Прям на ровном месте просрал. Кто же знал, что он так быстро остановится? Ладненько, давай еще разочек. Один раз, да? Ху, не один раз, два раза, блядь, нет. Это... Ой, ладно, по два раза, короче, повторяется. Понял. Понял, принял. Вот тут не два раза было. Неужели? Твою мать. <с> Хорошо. Главное, чтобы менты сейчас не пришли и не испалили наш контору здесь. А то будет неприятно. Будет мне очень неприятно. Не вот, небось, они там выпишут мне полтос, скажут, бля, плати. Как хочешь, так плати. Завтра деньги, чтобы были у нас. А я им скажу, «Реб... ребята, денег нет. Денег нет, ребятки. А они мне скажут, ну, как хочешь, так и выкарабкивайся с такой ситуации. Если не хочешь, чтобы мы передали дело в суд. А я скажу, блядь, ну... Как хотите, как хотите. Я ничего не подписывал, я ничего не знаю, ребята. С этой вот игрой гораздо проще все. Короче, на воде можно экономить железно. А вот э, на... Как, вам нужно пройти мини-игру, чтобы перейти на нелегальное использование электрического воду. Если перейти полиция, заметит... Да это я знаю, я это вот уже читал. Нелегальное использование. Счетчики на фасаде, мне ничего никто не скажет. Я, я даже не знаю, кто там что делал. Счетчик на фасаде здания. Собственно говоря, я к нему особо отношения не имею. Я, конечно, ответственный за этот а, прибор учета, но ни в коем случае... Не ма... Опа, ⁇ Ершик. Кто-то насрал и плохо смыл. Понятно, пойдем. Пойдем протрем. А, я в ответе, конечно, за, эти, за этой всей херотой. Но... Вдруг там бомж Валер что подкрутил. Если что, я в, любом, в любой момент могу а, на него свалить и сказать, вот это бомж Валера. А на него что они могут повесить? Максимум какую-нибудь, не знаю, там, хулиганку или что-нибудь... Ой, сидит пассажир такой. Так, с, а, вот, что они на него по повесят? Они ничего не повесят. Им доказать еще нужно, что это а, бомж сделал или я сделал. То есть... В принципе, в принципе, это дело такое, знаешь, э, глупое. Они за это дело не возьмутся доказывать. Но так как эта игра не позволяет нам с вами не подписывать акт э, со штрафами, я думаю, что... Так, подожди, ты вышел, не запла... заплатил, 10 евриков лежит. Сейчас мы закажем танцовщицу, посмотрим, что она вообще умеет, что она делает и вообще, как она работает. А потому что, потому что мы можем. Естественно. Вот двери ты, блядь, за собой закрывать не умеешь, а смывать нет. Это вот ну, как дать тебе швабры, ёб твою мать, по башке по твоей тупорылой. А, так, деньжатки. Раз, деньжатка. Два, деньжатка. И три деньжатка. Отлично, 36 евриков. И, собственно говоря, ночь наступает. Бабенка идет, аж две, по-моему, получается, идет. Нет, одна идет, у нас там одна кабина. А, на еще одну кабину денег не хватает. Но я очень хочу накопить в этой серии на еще одну кабину, чтобы у нас было аж четыре кабинки. И нам нужно 75 долларов, 75 евро. И остается нам с тобой накопить 40. 40 евриков — это ну, не такая уж большая сумма. Я думаю, мы с тобой накопим это за следующий, за следующий день. Угу. И в этой серии, соответственно. Тарарап. Ну-ка, ну что ты висишь? А, еще 5 евриков падает с рекламы. Это вообще здорово. Так, закрываем это все дело. Идем вот сюда. А, берем газировочку. А, по картинке, по этому, по модельке это... Coca... Нет, подожди. А то обворуют. А, это Кока-Кола. Она, конечно, достаточно калорийная, но на день тебя ее не хватит. Это факт, я пробовал. Она, конечно, утоляет жажду за счет углеводов. Там же сахарок-то есть, всякое. Там не, не то, что сахарок есть, там этого сахара жопа и жуй. Так, а что женщина? Женщина, ты. А... 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 Ого! Вот плюмбера опять вызывай. Вот и теперь? Вот теперь, вот, вот тебе и трата, сантехник. Нанять. То есть, вот с рекламы мы вполне можем э, с тобой иметь. Да убери ты его, ептавай, налево. А, с рекламы мы с тобой можем окупать починку раковин. А вот в остальном, конечно, реклама особо не помогает. Ну, как не помогает? 5 евро это 5 евро, как говорится. Пойдем отмывать грязюку. Так как это наша с тобой работа, мы ее не чураемся. Мы ее. Не то что прям а, любим, но. В целом в целом у нас выбора-то нет особо. Так что моем. Моем потихонечку, моем, чтобы чистенькие полы были, чтобы к нам посетители ходили, говорили, ёб твою мать, какой классный у тебя туалет общественный. В конце концов, нигде таких чистых не видел никогда в жизни. А я буду говорить, да, это мой туалет, елки палки приходите к нам еще. Мужик, женщина, все идите ко мне. что то я заметил, женщины ходят гораздо быстрее в этой игре. Смотри, она как летит, просто летит. Она просто либо ей, им всем приспичивает здесь э, э, небывалые, это, небывалые желания, короче, у них такое возникает. И они прям мчат. Можно, короче, за ним подглядывать. Здорово, мужик. Че сидишь-то? Че, рассказывай давай, как жизнь? Нет, ты... Собака лучше бы вот на толчок нажимала, а не на дверь. Вот, слышал, да? С левой стороны, в левом ухе заиграл эта хрень, звук этот а, от смыва туалет. Хотя, хотя, она не смывает, это я смыл. А сейчас вправо. сюда приходит больше людей, если вы распыляете духи в комнате. Хорошо. Опа. Тик-тик. 46. Это что, она прям так бежит? Ко мне? Или куда? Угу. Хрен она ко мне прибежит. У меня духи не распылены. Так. Ну, нет. Ну, я же ведь... Ладно. Закончил эти духи. И теперь иду с... Ой, откуда такой самрад? Я не пойму. Почему? Блять, почему зеленая везде? Тетенька, нюхай там, как ее называют, ароматы весны. Самый лучший освежитель взял специально для тебя, тетя. Так, так. Ой, блядь, ты что делаешь-то? Дурак, что ли, совсем? Так, это тоже все хорошо. здесь тоже все хорошо. Парам, пам, пам. Ты там вышла, нет? Куда ты успел? Вот зомби телефонная, блядь. Смывать бы лучше научил. Загугли, там на Вики Хау наверняка написано, как смывать туалеты. Что ты за женщина такая, твою мать? Эталон красоты. Слабый пол. Слабый пол настолько, что он тут рукояточку не может повернуть. Вот она же маленькая. Она же вообще вот такой пальчиком нажимается, и все сливается. Там даже сжать не нужно сильно, понимаешь, или нет? Один хрен. Мужчины насрали на пол. Ну, ой. А, будни типичные уборщицы, знаешь, вот в общественном туалете. Я не знаю, вот нужно уважать труд уборщиц, который, мало того, что... Не, не просто уважать труд уборщиц вообще всех, а особенно уважать труд уборщиц, ценить уборщиц, которые работают в общественных туалетах. Ты представляешь, насколько нужно иметь большое терпение, насколько нужно иметь навыки уборки великие такие, чтобы убираться за свиньями, такими вот, которые вот ходят, срут на пол, не смывают за собой. И вообще просто вот реально вот ты представляешь, какое у них терпение? Не нужно говорить, что они плохо там учились, поэтому они на работу на такую строились. Это, знаешь, вообще никакого не колышет. Нужно вообще всегда ценить труд работников, обычных просто работников, которые э, там, не знаю, дворники, э, как называют, э, строители. Строителей вообще нужно ценить. Без строителей ты бы жил сейчас вон на улице, нахер. Ты что там, запор, что ли? Выходи давай, ёб твою мать. Вот, э, строители всякие там... Э, дворники, грузчики. Без грузчиков у тебя бы не было, например, еды на прилавке. Ты бы ходил, как вот, например, в светофоре, да, и ходил бы, сам доставал бы из коробок все. Потому что грузчиков там нет, естественно, они экономят на этом деле, поэтому у них товар дешевле. Не только потому, что говно продается. Ну, там есть, конечно, хорошая продукция какая-то, знаешь, такая, которая несъедобна. Например, тазики дешевые у них продаются, по-моему, да? Да, там же продаются тазики. Там же продаются тазики. Ну, неважно, в общем. В таких, знаешь, в магазинах Представь, пятерочку заходишь или там в какой-то другой еще сетевой магазин, маркет, а там все просто стоит в коробках. Ты не можешь ничего взять а, и купить. Тебе нужно достать сначала из коробки, разложить это все дело. Ну, не разложить, а разобраться, где что лежит. А потом только прийти на кассу. Это не круто. А получается, если бы не было грузчиков, ты бы так именно и делал. Так а что это? А, это деньги отражаются, что ли? Да, это, видать, деньги отражаются. Какая-то медлительная тетя. Я прям с тебя балдею. А, ты не ко мне идешь. Я понял. Вообще тогда иди нахрен отсюда. Вот. И опять же, я к, чему, к чему это все вел? Нужно ценить труд уборщиц, которые работают вот в общественных туалетах, в общественных местах вообще в принципе, потому что я не представляю, как можно набраться такого терпения, чтобы убирать после каждого человека, который туда зашел. Потому что наверняка, а, ну вообще все общественные места, они завязаны на том, что ты приходишь с улицы туда. Больни будь то больница, будь то какая-нибудь администрация, будь то там а, тот же самый общественный туалет. Только в администрацию с больницы ходят не срать, а сюда еще и ходят срать. То есть здесь еще нужно толчки мыть. Конечно, в администрации тоже нужно толчки мыть, но там всякая, знаешь, интеллигенция работает. Ну, не то чтобы прям вся интеллигенция, там и быдло есть, но э, в основной массе людей, там люди всякое воспитанные. А в общественные туалеты ходит все. Весь контингент ходит туда. И, естественно... Блять, ночь наступила, да? Блин, обидно. Я, я что-то заговорился. И естественно, так как туда ходят все, случаются вот такие вот ситуации э, с грязными полами, с грязными унитазами, несмытыми, э, с оскорблениями. На тебя смотрят как на говно. Представь, вот уборщица, вот кто на нее смотрит вообще с каким-то уважением. Естественно, не смотрит. Все у нас, знаешь, народ такой, что хочет самоутвердиться за счет кого-то другого. Его плевать вообще на эту уборщицу. Он думает, что он вот ферзь такой пришел, червонец заплатил, э зашел в этот туалет и может делать что угодно за этот червонец. Нет, ты можешь туда зайти только в туалет. И все. Никакого права унижать каким-либо образом убор труд уборщицы и саму уборщицу. Ты не имеешь права вообще. <кхем> Конечно, этого никто особо не делает, наверное. Я не знаю, просто я в, в общественных местах не работал. Но я к чему? Я к тому, что у нас люди такие, менталитет такой, вот у нас, по крайней мере, тебя могут засрать просто за любое вообще твое действие, которое никак не сопоставляется с действием других людей. Мало того, что тебя постоянно будут сравнивать с кем-то, так еще и тебя втопчут в грязь ввиду того, ну, в связи с тем, что ты там что-то сделал не так, как другие. А какое-то, знаешь, малейшее уважение к труду других людей у нас не принято считать каким-то, не знаю, нормой, какой-то нормой. Все этого, как, -то, как правильно сказать, будет стороняться. Никто не говорит, например, тем же продавцам. Я вообще ни разу не видел людей, которые говорят хорошего дня продавцам. То есть вот продавцы сидят на кассе. На кассе сидит женщина, да, там, ну, пусть там лет 40-50, ну, вообще неважно, какого возраста, просто сидит женщина. Ну, бывает и мужчины сидят. Человек, в общем, сидит на кассе, работает целый день, сидит, пробивает этот товар. Пусть он учился плохо, пусть он что хочет, он справляется своими обязанностями. Он туда устроился, его туда приняли. Сидит, работает, а никого не трогает, выполняет свои обязанности строго, как у него там написано в его э, договоре. Трудовом. Где все люди. Вот. И... Он обслуживает какого-то клиента, да? А, говорит ему там, мол, спасибо за покупку, вот вам товары по акции. Это его речь. Он должен это сказать. Это не из-за того, что он тебе хочет что-то навязать. Ему вообще фиолетово. Он бы с радостью это не говорил. Он бы сидел себе молча, пробивал товары, которые ты там у него взял. И все. А он до... Ой, сломался. А, вызвать Плюмбера. Давай вызовем Плюмбера. Так. Нанять Pay. Вот, он бы с радостью пробивал молча И никого бы не трогал, но Ему приходится впаривать тебе эти сраные товары Которые никто не берет Со скидкой Типа, они вот сейчас со скидкой, но они реально там продают Все хорошо, все здорово Но, я к чему это говорю Он тебе там и спасибо, и добрый день И добрый вечер И спасибо за покупку И возвращ... приходите к нам еще И хорошего вам дня ни разу не видел, чтобы как какой-нибудь человек. Ой, блядь, полиция, будьте рядом, будьте осторожны. Uh, ни разу не видел, чтобы какой-то человек на кассе. Вот серьезно, я сколько раз ходил в магазин, миллион, наверное, раз. Ни разу я не наблюдал такой картины, чтобы сказали кассиру в ответ. Спасибо вам хорошего вам дня. Или, например, хорошего вечера. Или хотя бы искренне от всей души поблагодарить за то, что он тебя обслужил. Спору нет, это его обязанность, трудовая обязанность, да, он это делает и так, и так. Он в любом случае это сделает. И без благодарности, и без всего, чего только можно, да. Но почему бы не проявить свою человеческую, как это сказать, человеческое дружелюбие, что ли, вежливость и не сказать этому кассиру спасибо. Спасибо и хорошего дня. До свидания. То есть, почему не сказать? Я вот ни разу этого не наблюдал, чтобы кто-то что-то говорил. Я вот часто, например, говорю, я наоборот как-то стараюсь с кассирами, со всеми этими людьми, которые работают в серии обслуживания, общаться достаточно хорошо, вежливо. Да, иногда бываю не в настроении, естественно, могу что-то там, ну, как-то сказать грубо, спасибо, но я в любом случае это скажу. То есть э, очень редко бывает такое, что я не говорю хорошего дня. Человеку, знаешь, это несложно сказать, с меня вообще ничего не убудет за то, что там э, я это скажу. А человеку приятно, человек будет чувствовать себя хотя бы немного нужным. Не то чтобы нужным, хотя бы счастливым, чуточку, ну, как-то так примерно, да, сказать. Ему-то тоже это сильно ничего не даст, но он будет понимать, что он как-то не знаю, к нему обратились вежливо. То есть даже вот я тебе скажу, что ты красивый, улыбнись. Ты реально красивый, ты улыбнись, у тебя все будет хорошо. И мне кажется, у тебя все-таки появилась какая-то улыбка, даже хоть в душе, но, не, но она появилась. Тебе стало от этого теплее на душе, и тебе стало от этого приятнее, что тебя кто-то оценил. Тебе сказали, что ты хороший. Вот серьезно, ты хороший. Спасибо большое за то, что... Спасибо большое за то, что ты э, подписывал, подписался на мой канал, смотришь это видео. И спасибо за то, что поставил лайк. Ты очень хороший человек. У тебя все получится по жизни. Скоро, вот, наверное, экзамены у тебя там в школе, не в школе, или где-то там Дипломы писать нужно, там еще что-то. У тебя все получится, ты все сдашь. У тебя есть все данные для того, чтобы это сделать. Мужчина, выходите, пожалуйста. Вот, и ты зарекся, так сказать, вот этой вот моей фразой, и ты уже понимаешь, что в тебя верит какой-то человек, тебе уже сказали кто-то вежливую фразу. Это здорово, это приятно, и это не, как это сказать, бесспорно очень полезно для людей. То есть нельзя обесценивать слова. Слова очень полезны, слова очень важны в нашей жизни. Тем более в жизни, когда все друг на друга реально плюют. То есть я очень Давно начал замечать, что люди в наше вре... вот в последнее время стали очень злые и стали очень эгоистичны. Как бы с одной стороны правильно, да, относиться эгоистично, ну как-то жить э, с эгоизмом внутри, да, но, но блин, но нужно же все-таки немножечко человечность проявлять, нужно быть э, добрее, более открытым что ли к э, людям. Я понимаю, что ничего хорошего не ждешь от людей уже сейчас, как бы каждый друг на друга смотрит, как волк, на друг, на, ну, как волки друг на друга, и ждут, когда кто кого укусит. Но, блин, это что же неправильно? Нужно быть добрее, нужно, блин, относиться как-то по-человечески друг к другу. Как-то проще быть нужно, а сейчас все такие пафосные, все такие на понтах, что прям не знаю. Неприятно с такими людьми иметь дело. Рад, что ты не такой. Спасибо большое. Вот что, ты где такая грязная вышла -то? Что еще хочу сказать? Мы сейчас ставим унитаз, заканчиваем серию, и, собственно говоря, на этом на все. Поставили в этой серии вторую кабину, точнее, третью и четвертую кабину поставили, и это меня бесспорно радует. Не может... Не понял, я же ее только что установил. Это как так работает? А это нечестно, я считаю, что это глупо. Я установил... Ну, мне брак продали, получается. Нужно идти возвращать. Нужно идти возвращать. Я... Что могу сказать? Кстати, а туалетную бумажку нужно вешать на, эту, на держатель? Или она там уже сама автоматом появляется? Видать нужно вешать. Надо плюмбера вызвать и закончить серию. Пойдем. Вот здесь вот, по-моему, тоже я бумажку не вешал. Ну, смойся а, Вот, и, в принципе, это все Так, сюда Здесь все есть Ну, угу, 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 угу. пойдем лучше пойдем вызов... Давай вызовем Плюмбера Сантехника Нанять, заплатить Выйти, выйти Почтовый ящик пустой, собственно говоря Так, у нас еще день рекламы есть а, так, отмоем полы сейчас. Делов как-то накопилось сразу же. Навалилось все, и все, и сделка. Сделка завершена. А может быть есть еще одно письмецо, нет? Нет, пока письмеца нет. Сделка завершена. А, реклама все, пропала. Я понял. Грустно, что реклама пропала. Нам больше не получится получить 5 долларов, 5 евро. Так, мужик, ты идешь ко мне. Идешь ко мне, правильно? Молодец. Иди чини раковину. Я думаю, что... Если мы ляжем спать, ничего страшного не произойдет, и раковина починится. Ведь мы же вызвали плюмбера. И, в принципе, на этом мы с тобой прощаемся. Сейчас до квартирки добежим и попрощаемся. Так, так, так. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии. Увидимся с тобой в других видео. И у тебя все получится. Спасибо большое. Пока.